Привет, друзья, с вами Кирдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Barbarian. Мы с вами остановились на том, что перешли на новую локацию, собственно, Долину Костей, в которой нам предстоит, собственно, разваливать товарищей. Я немножко подфармил, зачистил прошлую территорию, где я налажал, скажем так, и сейчас мы с вами, наверное, наберем кучу апгрейдиков. Так, давайте здесь апнем нашего человечка. Все, все апнутые, все апнутые. Так, у нас есть новый предмет, а именно огнемет. Как вам такой вариант? За 8000. Не знаю, стоит или нет. Здесь у нас что? Апгрейд энергии. Я думаю, мы вложимся для начала в энергию. Хорошенько так вложимся. Во! Вот после этого мы уже сможем смело брать огнемет. Погнали, второй уровень 8000 как раз ровно на огнемет и хватит. Так, добрый день. Сразу башню забираем, ребятки. Не тупим. Так, песичи там разгребайте. Хотите, я вам даже хелпану молясь. Так, все, вопрос закрыт. Никто не умер. Замечательно. Рыцари приперлись. Рыцарям давайте по... Серьезно, спавнилка рыцарей? Вы чё? Потерялись совсем. Она еще и мощная, ее хрен пробьешь, слушайте. Так, резайтесь, кто там умер. Пока все нормально. Самое удивительное, что есть даже вот эти вот кресты, которые дают нам очки для реса. А вот наши основные враги. Это поджигатели. Ну их нахер, серьезно. С ними только одни беды. Так, стоп, нам нужно искать места, где, собственно, сныканы наши ребята в колбах. Надо об этом не забывать. Так, сейчас нарезаем. Человек 10. Вот колба. Есть, вижу. Да дай ты подойти, твою мать. Все, пацана спасли. Самое главное сделали. Отходи. А, бомбани. Найс. Так, мои там что, все передохли, да? Ох, боже, что с вас взять? Ну, о, шар. Вовремя. Поехали. Всех этих огнеметчиков нахрен сразу же. Давайте сразу спавнилку заберем. Пошли нафиг. До свидания. Отлично. И у нас опять все сдохли, ну. Что ж ты будешь делать? Пошли нафиг, говорю, ну. Прут. Нафиг. Так, где там кристалл стоял? Я что-то потерял его, да? Да, я потерял кристалл. Ладно. Спавним, потому что есть. Так, здесь закрытая территория. Чуть-чуть, пацаны, отходим. Не рашьте. Ассасины убежали рашить. Ясно все с вами. Так, есть колодец. Ладно, давайте сюда пробиваться тогда. Да, ассасины там будут сейчас медленно, уверенно огребать. А мы сейчас можем ворваться и сразу забрать огнеметчиков. Все. Стало чуть проще жить. Не намного, конечно. Так, держи гранейт. Я пока что здесь втихую. Тихо, отходи. Пацаны, вы там что, поумирали опять, ну? Да ёпарес это, вообще на вас надеяться нельзя, слушайте. Огорчайте меня только. Так, до свидос. Давай энергию. Все, завалите там капитана, у него всего лишь два помощника. Ну ёпарес это. В смысле, это последний? А, все, я малого забрал, все нормально. Энергии, правда, у нас кот наплакал, ну ладно. Грех жаловаться. Боже, вот это мега-отряд, серьезно. Так, сразу спасаем пацана. Отлично. Самое главное нам набрать кучу народу. Все остальное это такое же мелочь. Так, гранаты нам в помощь. Мимо. Попадание. О, и энергия прилетела. Замечательно. Правда, наших там сейчас башня валит сбоку, но... Ладно, прорываемся. Забираем скоростуху. Поехали, быстренько этих зачистим. Так, резайтесь. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Хелпанем, молясь. И давайте спаунеров забирать. Тихо, сейчас закончится. Нет, не вовремя, твою мать. Давай, добьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, неприятно-то как. Стой, малой, есть. Так, резаем. Все, кучу наших нарезали. Запускаем, собственно, черную дырень. Черная дырень отлично работает. Присасывает всех в одну точку, что дает нам возможность их, собственно, разнести без почти что потери. Так, стоп, там огнеметчики. Сыкать туда идти. Кого там добиваете? А-а-а, окей. Давайте сюда тогда вловимся сейчас к огнеметчикам. Держи. Блин, ну почему за одну плюху нельзя всех раскидать? Тихо, больно. Держи по лицу за это. Мне было больно, теперь тебе будет больно. Так, 33, и где-то я здесь видел кристалл. Или мы его забрали? Окей. Так, здесь стоит, кстати, новый босс какой-то. У него сзади то ли... Похоже просто на бочку, но я уверен, что это не просто бочка. Серьезно. Я прям чувствую, что это не просто бочка. Мне кажется, что там у него какая-то пукалка огромная. Ладно, пробиваемся и пускаем туда сразу вортекс. Вортекс пошел, разбиваем все, что было под вортексом. О, боже, ни хрена он минометит.
Тихо-тихо, потише. Потише, пожалуйста. Все, замечательно. Я оставлю все-таки, наверное, на самый конец берсерк. Не буду я его сейчас тратить. Так, а здесь мы не пройдем, да? Ч-ч-ч-ч, отходите от турели, твою мать. Что же вы делаете? Обходим, обходим. Так, здесь опять огнеметчики и лучники. Ну что ж ты будешь делать? Все не как для людей, серьезно. Отходим, отходим, отходим. Двигайтесь, двигайтесь. Главное, двигайтесь, и они вам ничего не сделают. Инфа 100%, серьезно. Так, и лупите, собственно, несчастных этих уродов. Тихо, тихо, тихо. Огребай, 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 огребай. Огребай, говорю, твою мать. Спаунеров сразу забирайте. Не щадите их, вообще ни капельки, никоим образом. Тихо, надо вортекс запустить, надо вортекс. Вортекс полетел. Замечательно, всех стянули в одну точку. До свидания. Кто кого там лупит, я понять не могу. Так, мега разгон, мега разгон, мега разгон, мега разгон. Все, до свидания. Резаем наших пацанов. У меня, правда, хп не фонтан, вот это меня капельку смущает. Вообще, молясь, смущает, тихо, тихо, тихо. Еще и ворд этот закончился. Мега разгон, ладно. Сейчас так напинаем. Давайте мне шар, шар, срочно, срочно нужен шар. Тихо, 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 все хорошо. Все стабильно, нормально, почти что тихо. Наказали, и последний где-то здесь должен быть, да? Быстро, чтобы шар еще работал, давай. О, 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 сладенько вошло, сладенько. А чего они, кстати, не сдохли, алё? Я же вашего капитана убил, тихо, меня сейчас в огонь направит, я сдохну еще. Не-не-не-не, нельзя. Все, улетели быстро. Ох, что-то слишком потно. Слишком потно, так, ресаем пацанов. Они сейчас наш основной оплот жизни. Так, заходим к этому отряду. Не знаю, нафига мы сюда идем, но... Тем не менее. Держи, 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 держи. Так, основную массу лучников забрали. Этих подчистили. Этих почистили, меня пока что только броня спасает, по идее. Пока что только бронь. Можем вортекс еще один пускануть. Давайте. Засосич. Пум. Минус все, кого засосали. А энергии-то нет, слушайте. А спаунилки-то стоят. Тихо, 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 сейчас умрем. Сейчас умрем, я вам говорю, сейчас умрем. Инфа 100%. Пацаны все наши откинулись. Кидаем вортекс. Спауним пацаном, отходим, отходим, отходим. Разгон. И не хватает второго разгона. Тихо, капа нет, отходим. Тихо. Вортекс это, конечно, хорошо. Но меня сейчас просто зажмут. Тихо, 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 тихо. Скоростуха меня не спасет. Хил, поехали. Вот сейчас скоростуха меня спасет. Скорее всего. Вероятнее всего. Сейчас насобираем заодно душ. Пошли нахер всей толпой, пожалуйста. А кто там хэповый стоит? А, это спаунилка хэповая. А я думаю, луплю, а ничего не происходит. Что за магия? Ни хера себе арбуз какой. Это мы за 500 получили, да? Вместо торта. Тихо, 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 пацаны. Держите. Так, этих протаранили. Блин, он не спавнится постоянно. Я сейчас просто впустую трачу время, по идее. Мне нужно идти вот сюда. Забрать спавнилку раз. Отходим. Замечательно. Сколько энергии? Очень мало. Тихо, тихо, тихо. Да хватит меня по горбу месить. Отпутите. Я вам ничего не должен. Давай, 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 уничтожай. Во. Разгон хороший. Замечательно. Блин, там еще и щит выпал. Собакины нет. Идите нахер. С собакинами не взаимодействуем. Шо ж вас так до хрена, пошли нахер, говорю, демоны. Пора, походу, спаунить пацанов. Без пацанов не разобраться. Можем, конечно, стать вот так чисто в оборону. И все, что к нам подойдет, все умрет, по идее. Плюс еще щит уже не работает, да. Ну, только что работал. Так, сколько энергии? Достаточно, давайте, пацаны, восстанавливайтесь. Что-то мне не нравится такой плотный замес. Мы слишком большие потери несем. Держи. Даров. До свидания. Давай тоже энерги. 22 восстановили. Ну, слушайте, неплохой итог-то получается. Кристалл сам разрушился? Чего? Ой, пацан, 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 стоять, стоять, стоять. Я тебя спасу, отвечаю. Все, найс. Пошли нафиг. Ой, сейчас мои тут все передохнут, короче. Просто, просто смотрите. Так, масса расстрел сработал. Этих забрали энергию, давайте. Резаемся. Пацаны, не стойте под турели, ну что же вы делаете? Давайте ворвемся лучше сами. Нам так будет проще, в разы. Вот так ворвались. А что я теперь делать буду? А хрен его знает, что теперь делать. Сейчас все гореть будет, сейчас будет очень больно. Так, вы умирайте, срочно. Поджигуны мне не нужны. Тихо, отпусти, 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 отпусти. Хорошо, сейчас опять всех растеряем, но у нас теперь есть хоть шар. А вот шаром уже куда веселее. Замечательно, идите сюда, мрази. Все по очереди подходите, я вам всем наваляю. О-о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 -
А вот это уже проблема. Умри. А вот это уже, молясь, проблема. Ну, у нас вортексы есть. В принципе, жить... У нас 40 человек в отрядах. Так, быстренько все восстали. Сразу 22 можем восстановить с 0.
Так, на тебе мздю. Так, здесь, по-моему, стояли просто отряды. А, вон сверху еще есть локация. Ну, блин, пацаны, мы не очень хорошим с вами состоянии, чтобы прямо так ринуться в бой. Но, ладно, пуляй вортекс. Вортекс засосал всех. Этого протаранили и остался после... А кто по... Это он еще и поджигает? Вы что, серьезно? Ну нахер. Так, резайтесь, срочно все резайтесь. Так, забираем. Вортексы остались. Найс. А это последний? Найс, вот это нам фартануло. Слушайте, у меня хп уже не было, колодца не было, ничего не было. А мы тут еще и выжили. Замечательно. Так, давай сюда, сейчас запускаем тогда еще троих рыцарей. Они, оказывается, не так плохи, слушайте. Я что-то на них это... Агрился, они-то хорошие ребята. Так, огнемет есть. У нас есть еще возможность, по идее, прикупить на том уровне, в общем, ассасинов. Сейчас, это нам нужно вернуться вот сюда. Так, сад воспоминаний и переходим вот сюда. Сейчас посмотрим, почем они там. Но вроде на одного мне точно хватит. Да, 4000, следующий уже 5 стоит. Еще небольшая кучка ассасинов у нас есть. Короче, мы обживаемся, ну так сказать, нешуточно. Так, стоп, бедрок это прошлый, по-моему, да? Да, бедрок это прошлый, не туда зашел. Верни меня обратно, плес. Толпа у нас очень хорошая, но они точно так же очень хорошо сливаются. Особенно от башен и от огня. Поэтому надежда все равно на нас основная. Так, поехали, третий уровень тогда, да? Все перестроены, все готовы, эти готовы, погнали. Так, 9000. Не забываем про пацанов. Пацаны, первый приоритет. Тихо, несутесь туда. Несу, не стреляй, что ж ты делаешь, дурачье, боже. Это кто такие? Они еще взрываются в конце. Найс, вообще. Просто найс, нет слов. Так, давай ускорение. Да, они превращаются в яйца и взрываются. Просто замечательно. Сказать нечего, серьезно. Так, быстро уничтожай, уничтожай, уничтожай. Все, самое главное мы сделали. Так, отходим. Горю, 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 горю. Тихо, 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 тихо. Куда они там пошли? Они здесь уже все уничтожают, все, что видят просто. Так, спаунеров забираем. Сразу, 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 сразу. Давай, 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 давай. Спаунер пошел нахер. Так, бомба пусть падает мимо. Главное постоянно делать шаг вперед, и тогда лучники по нам попадать не будут. Есть. Так, бонус давайте. Вортекс, отлично. Вортекс полетел. Собрал кучку. До свидания, пацаны, резайтесь. Давайте, сейчас мы эту всю мелочь затащим. На изи, я думаю. Так, все, спаунилки нет, этого нет. Давайте, приходите в норму. Но, в принципе, восстановились. Не настолько, насколько хотелось бы, конечно. Так, здесь ничего нет, здесь есть отряды, и там я вижу уже пацана. Давайте этих зачистим. Так, тихо, огнеметчики. До свидания. До свидания, и тебя туда же в пекло. Давай, ты сам создаешь пекло, и тебя туда же отправим. Так, резаем пацанов. А, вы уже замесили? Найс. Так, дайте я прорвусь. Мне нужно срочно пройти, пацаны. Не подумайте ничего. Красава, выжил. Так, держать, резайтесь остальные. Слушайте, нормально, поддержка пока что у нас выходит неплохо. Так, мне главное не забрать пуколку. Пуколка не нужна, гранаты сейчас пригодятся больше. Хоба. Хоба. Хоба, 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 хоба. Держи, держи, держи. На, маг проклятый. Так, хп не фонтан, кстати. КП вообще не фонтан. Пацаны, выручайте. Стоп, в смысле конец? Я пацана забрал, хилку только не забрал, вот в чем беда. Ладно, погнали. Там, кстати, огнемет еще был, твою мать. Так, давайте сюда лучше. Сюда давайте, 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 давайте. Не бойтесь, здесь просто разрывные пацаны, ой-ой-ой-ой-ой. Не бойтесь, я сам чуть не объесался. Нормальная история. Да ну ладно, твою мать. Держи гранейт еще. Вас слишком много. Вас слишком, мать его, много, умирайте, говорю. Всех наших пацанов перебили. Ну найс, ну найс. Что сказать? Дайте пройти, дайте пройти. С хп очень рисковая ситуация. О-о-о-о-о, ты-то мне и нужен. Так, еще и пацан. Быстро забирай пацана. В любом случае, как бы ни было, даже если мы умрем, мы должны забрать пацана. Так, что с вами делать? Вортекса нет. Хотя, сейчас, погодите. Energy. Energy, energy. Можем кидануть, в принципе. Так, пошли нахер, 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 нахер. Отходим. Покоцали этих хорошенько. Давайте еще сюда закинем. Давайте, умирайте. Минус два капитана. Ух, нихера, сколько их там еще идет. Так, держите раз, короче. Держите два, короче. Ну вас нахер. Я вас боюсь.
Ой-ой-ой-ой-ой, за огнеметил, все падло. Так, энергии более чем достаточно, поехали. Давайте, восставайте из мертвых, псы. Так, кидаем энергию. Все, сейчас будет очень много взрывов, надо отсюда бежать. Бегите, глупцы. Бегите, блинцы, сейчас там будет просто... в смысле они выжили? Лё. Я на такое не рассчитывал. Тихо, сейчас взрывы будут, отходим, отходим, отходим. Короче, нас сейчас чисто от взрывов поумирают. Отходим, 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 сейчас бахнем. Они же там постоянно спавнятся, чем мы тут стали вообще, алё. Хлопцы, нам вот сюда. А, стоп, где спавнилки? В смысле у вас поломанные спавнилки? А как вы нас атаковали тогда? Чё за подстава? О, спидапчик. Спидапчик, давай забирай. Так, накромсал, отошел. Накромсал, накромсал. Накромсал. Они там наших добивали все это время, да? Просто найс. Замечательно. Все, скорость закончилась. Можем еще, в принципе, намахать чутка. Давай, все, пошли нахер. У нас остался только один лучник несчастный. Ой, это несчастье мое. Ладно. Автоврыв. Это бляха-буха. Пошли нахер. Так, щит заканчивается, тикай. Тикай, тикай, пока живой. Давайте, выходите по одному, мы с вами разберемся. И душонки давайте, тоже пригодятся. До свидос. Скелетос, до свидос. Пукалку дали, серьезно. Ой, что я вам такого сделал, что вы мне пукалками откупаетесь, ну. До свидания. Так, еще энергии, там еще есть этот. Вы тут что забыли? Пошли нахер. Так, аккуратненько забираем вот эту цацу, она нам сейчас пригодится. И тут целый отряд меня ждет. Мой бог. Держи по голове сразу же. Нет, так не получится. Вот так получится. Замечательно. Резаем пацанов, быстро резаем по максималке. Сейчас у нас портал открыт. Надо еще энергии нахватать. Все, нахватал вроде. А, это последний. Стоп, а я всех пацанов спас? Не, стоп, 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 стоп. Вот еще пацан. Я бегу, бегу, пацаненок. Тихо, Спанч Боб, стоять. Отлично, дай мне что-то получше, чем пукалка. Не знаю, насколько сейчас правильно использовать гранаты, хотя... Нам сейчас надо посмотреть, где боссы стоят. Так, здесь один босс, один, один. Хорошо, что они разделены, в принципе, по комнатам, но... О боже, вот здесь будет самый ад. Там есть станеры, о боже. Давайте, наверное, тогда начнем с этой комнаты. Здесь станеры первые попадаются. Сразу протараним станеров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, неприятно. Держи, держи бомбалейлу. Давайте, зачищайте там по шурику их. Я вас пока еще отспауню. Так, шар. Шаром сейчас надо аккуратно. Ой, зачем я сюда зашел? Здесь же нет этих. Ладно. Так надо было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По хп сейчас опасно было. Так, дайте я выйду. Спасибо. Сейчас было очень опасно. А, колодец где-то снизу был, да? Да, колодец здесь. Давайте, отлично, мы в вторую комнату зашли, уже нужен колодец. О май гад, там все-таки пробили дверь, да? Держи по лицу за это. Так, вортекс, вперед. Почему меня откинул вортекс? Чё за фигня? Не понял. Не принимаю такие вещи. Так, щит давай. Чтоб зря не валялся. А, здесь еще и спавнилка взрывных. Естественно, почему бы нет? Так, пошли нахер вместе со скелетами желательно. Наших 8 уже осталось, ну ёпарасоте. Пацаны, резайтесь, я ж без вас вообще ничего не смогу сделать. Так, проходим здесь, забираем этого капитана, у него спавнил каково? Рыцарей, бляха-буха. Ладно. Прорвемся, пират. Е-е. Тихо-тихо, огонь. Засасывайтесь в одну точку и там, собственно, страдайте, пожалуйста. Спасибо, дайте щит. Спасибо. Так, пацаны, резайтесь, давайте, давайте, давайте. Нам нужно марочку держать. Так, гранаты не берем или возьмем? О, какой спорный вариантик. Ладно. Так, здесь зачистили, здесь капитанов нет. Капитаны теперь все здесь. Здесь, короче, стоит две спавнилки самих капитанов. Вот еще в чем нюанс. И там есть один кристалл, который даст нам возможность заспавнить еще несколько наших. Короче, мне кажется, здесь сейчас будет пекло. Здесь либо пан, либо пропал, короче. Нам надо сначала, естественно, забрать спавнилки, причем желательно сразу забрать спавнилки капитанов. Ну, если что, изнем берсерк, короче. Поехали.
Сразу пускаем Vortex туда. Запускаем Vortex сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Сразу их протараним всех. Так, спаун забирай, 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 забирай. Капитан минус. Отходим, отходим. Охрана, отмена, отмена. Слишком большой напор. Я к такому не был готов. Сейчас мы их подведем правильно. Держите Vortex. Держите Vortex, я вас разок протараню и слиняю от вас. Как вы смотрите на это? Отлично смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой, они открыли еще и другие врата. О май год. У нас проблемы, Хьюстон. Хьюстон, у нас проблемы. Сейчас, будем кромсать. Ай, бомбалейла чья-то летит, бомбалейла летит. Больно, больно, больно. Так, засасывайтесь. Я пока хайспид заберу. У меня ХП вообще нет. ХП нет вообще. Так, зато я могу постоянно почти спавнить. Наши там что-то пытаются резать. Держите еще один засос. Так, отходим, отходим. Там сейчас взрывы будут. Так, еще энергия есть. Давай, 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 пацаны, ресайтесь. Там просто тоже спавнилки есть. Вот в чем дело. Тихо взорвет сейчас. Нормально, жив. Жив, 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 жив. Надо как-то сюда прорваться и не сгореть. Не сгореть, говорю уже, твою мать. Ой, так, давай, штрафуй меня. Подлец. 800 забрал, ты чё, херил? Падло такое, ну. Так, это мы, выходит, не дошли. У нас 44 человека и денег нет. Ох, так, последняя попытка. Сейчас дойдем сразу до третьего тогда. Так, мне на втором уровне удалось достать огнемет. Сейчас, собственно, его можем, по идее, проверить. А, блин, я гранаты поднял, твою мать, какого хрена? Где они лежали, что я их не заметил? Только что у меня на руках был, мать, его огнемет. Так, до свидос, до свидос. У кого-то из вас огнемет есть? Нет, есть только по... Я даже не успел забрать... А, твою мать. Так, стоять. Стоять, мелочь пузатая. Отлично. Сейчас мы здесь найдем что-то полезное. Вижу еще гранаты. И вижу молнию. Нам молния пригодится больше, кстати, здесь. Она, правда, работает недолго, но она работает хорошо, скажем так. Ах, ладно, давайте по одной комнате все зачистим полностью. Должно получиться, во всяком случае, мне так кажется. Так, станер, 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 иди нахер не вовремя. Пошли нахер. Так, это забираем. Пацаны, живите. Че вы там умираете, алё? Живите, живите, живите. Ой, я не то сделал, я пульнул одну молнию. Отойдите из огня, че вы туда зашли, ну? Все, нормально, живы, замечательно. Поехали сюда. Так, быстренько капитану давайте это. Растить. Да что ты меня лупишь по башке-то? Колодец есть, колодец есть. Я думаю, они там сами разберутся. Нет, они там сами вообще никак не разберутся. Они просто пришли и сгорели. Знаете, это как анекдот про медведя и машину, да? Горящую. Шел медведь, видел горящую машину, сел и сгорел, да? Такие эти. Увидели напалм, горит, хм, надо бы пойти сгореть. Что нам время зря тратить-то, да? Энергии совсем не хватает. Я еще и пацанов забыл проапать. Ох, ты ж боже ж ты мой. Так, ладно, давайте здесь пробьем. Заходите. Так, я забираю сразу щит. Все, другое дело. Не плевать, что вы тут думали. Сейчас все мои сгорят к чертям собачьим, но... Я-то тут всех зачищу, 100%. Да, все как и говорила, все сгорели. 14 человек осталось, 15. Теперь здесь давайте зачищать. У них, кстати, огнеметов нет, у этих ребят. У них есть эти станеры, что куда хуже, по идее, огнеметы. Так, не бей меня по хребту только. Не бей по хребту, говорю, мразь. Ой, горю, 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 горю. Тихо, отходим. Пошел нахер. Все, замечательно, резаем пацанов. Почему там дверь открылась? Там не должна была открываться дверь. Тихо, сейчас эти еще взрываться будут. Так, держите. Молния вас сейчас может спасти. Так, отлично, молния работает, молния работает. А почему у меня под ногой все гореть начинает? Нехорошо. Прорывайтесь дальше, не стесняйтесь. Щит, вовремя. Я не знаю, как я последних буду валить, серьезно, когда у меня щит. Щит — это единственное мое спасение. Так, резайтесь, резайтесь, быстренько. Проламливаемся, пока щит есть. Так, взрывных забрали. Все, тихо, тихо, нет, не забрали. Здесь еще чмо, это огнеметище. Стоп, это последняя л... Я хомуха. Так, ребятки, все, на сегодня последний раз я пробую сюда дойти. Это просто пекло. Надо будет пофармиться, добыть еще ассасинов однозначно и, конечно же, прокачаться, потому что это просто, мать его, ад, пока я до сюда дошел. Так, хорошо, давайте по очереди. По очереди вот этих проще всего забрать, давайте к ним и придем, так сказать, в гости. Взрывных сразу взрываем, отходим. Лучников забираем.
Резаем наши. Главное, чтобы двери никто не выбил. И все будет хорошо. Тихо. Шар. Блин, шар нам дает столько возможностей. Ладно, давайте тут огненных заберем сразу. Огненные, до свидания. Так, нычкарик, до свидания. Тихо, меня оглушили. Нормально, идем сразу сюда. А, и шары закончились не вовремя. Тихо, взрывайтесь. Где мои там пацаны? Ясно. Мои пацаны в отпуске. Если это можно так назвать. Тихо, станилку, иди нахер. Так, щит давай. Спасибо. Этих забрали, стоп, не рашьте. Ресаемся, замечательно. Идем теперь сюда. Сейчас все промежуточные заберем. Так, эти пусть взрываются. Героя сразу забираем. Замечательно, зачистили раньше времени, так сказать. Кто-то все-таки поджег. А, это эти мелкие уродцы. Ладно, забираем. Поджигал. Так, идите сюда, выйдите все из огня. Нет, 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 там дверь подожгли, да? Идите сюда, идите сюда. Тихо. Это промежуточные или нет? Да, это они промежуточные открыли, окей. Давайте встречаем и наказываем. Сейчас мы их быстренько по чуть-чуть протолкаем вперед. Тут ничего сложного нет, главное, чтобы малые нас не разорвали. И все будет хорошо. О, это что такое? Откуда здесь огненные взялись? Бляха-муха, вас быть там не должно было, а? Всю малину попортили, ироды. Так, резаем здесь. Не бойтесь, люлей, это норма. Тихо-тихо-тихо, я на грани. Дайте про... На мой пердак сегодня хватит. Однозначно. В общем, подфармим. Еще обязательно сюда придем. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.